Владислав Шитов после матча «Спартак-2 Факел». Влад, дубль сегодня сделал. Вот расскажи, в частности, про второй гол. Как решение пришло? Насколько быстро? Решение пришло, наверное, в долю секунды. Не увидел игрока на дальней штанге, решил пробить. Хорошо попал в ближний верхом, как учили. Отличная серия «Спартака» уже, сколько матчей там, с победами. Самое главное, что всего лишь одно поражение после зимней паузы. С чем связано? Я думаю, провели хорошую подготовку на сборах, и сейчас, пока идет игра, мы хорошо чувствуем игру. Даже, я думаю, с командами, которые идут выше нас, мы доминируем и забираем свои очки. Два мяча ты сегодня забил, у тебя их уже 11, до Юшина осталось 7. Вот как, 7 голов осталось, справишься? Ну, мы в любом случае постараемся, а там посмотрим, как будет. Все, спасибо.